В Великобритании проходят трехдневные гуляния по случаю коронации Чарльза III и королевы консорт Камиллы. На территории Соединенного Королевства организовали тысячи мероприятий. Крупнейшим станет представление в Виндзорском замке. На шоу приглашены больше 20 тысяч гостей. Накануне миллионы британцев и граждан Содружества наций впервые на своем веку смогли наблюдать за коронационной литургии и наделением регалиями нового монарха. Во многих странах мира трансляция коронации стала потенциально одной из самых популярных телепередач в году.